Так, ну это вот у меня по умолчанию, наверное, на F9 выход, блядь, из игры. Короче, третья глава, миним, на минималочек все. От заставки, блядь. Как сообщает гильотина на острове около батальона вражеских солдат. Прием! Вот черт. Сэр, батальон это для нас многовато. Прием. Мы здесь не для того, чтобы всех их ликвидировать, сержант. Будь начеку. Как дела в катакомбах? Прием. Противников немного, сэр. Тюремный комплекс должен быть уже близко. Прием. Понял. Будь максимально осторожен. Конец связи. Легко сказать, осторожен. ¿Qué razón terminemos aquí? ¿A qué te refieres? ¿Somos soldados? Va en serio. Mendoza está aquí en contra de las órdenes. Ya no. Так, когда я хоть из этих катакомб выйду, блядь? Смотри, сюда можно пойти. А там у нас что? Короче, оружие просто лежит на столе. Надеюсь, эти катакомбы скоро закончатся. Даже ничего не дам. Всех эти G3A3, да? А еще. Патроны на ФАМАС. Что такое, генератор? Ну я тоже не знаю, ёпта. Куда ты, блядь? Бля, контрольные точки почти на ходу на каждом. Ёп, я ж... Какая хомера. Какие-то дырки, блядь, бессмысленные. Вокруг, блядь.
ему все гранаты влезают, что ли, в инвентарь? Это максимум. Где хоть солдаты? Чего их мало так, блядь? Не поскупились, что-то солдат мало добавили. Ну тут что, нычка что? Тоже нихуя. Поинтом. Так. Я тебя понял, чувак. Куда стреляет, я его не вижу. Что, ты не помер, что ли, сука? Чуть слабо, пацаны, ебать. Сержант, ответь! Пришла новая информация, прием! Я слышу вас, сэр. В чем дело, прием? Осведомитель сообщил, что выкуп не главная цель противника. Они приступили к гашению реактора. После этого они смогут достать уран, прием! Уран? Грязная бомба, сэр? Вполне возможно. Это еще одна причина, как можно скорее добраться до реактора. Мы выходим, идем за тобой. Иди вперед, пока не дойдешь до тюрьмы. Связи с базой нет, прием. Вас понял, сэр. Конец связи. Ага. Две контрольные точки сразу, нихуя, щедрость. Упал, ложался. Хуявы дикие. И все. Так, ну тут я не допрыгнул. Ты откуда вылез? Чуть знакомое помещение. Я тут уже не проходил. Не, вот этой дырки не было. Так, ладно. Блин, ну если она такая короткая, то я еще и третий час, наверное, сегодня пройду тоже по приколу. Но... У них еще есть у этих разработчиков этот. Теорист Акидон какая-то. Хуйта, короче. Ну тоже франшиза какая-то, типа, ну там тупо мочилово мочить всех. Ну как здесь, короче, ничего нового. Ну вот попробую, может, поиграю тоже в нее. Я, по-моему, запускал. Мне пора установить снайперский прицел на ФАМАС. Блять. На М. На М английскую прицел ставится по умолчанию. Хорошо. И все. Ёбаны. Опа. Блять, было жестко. Пизду.
Иди сюда, нахуй. Несчастный, блядь. Ну, короче, блядь, сейчас, подожди. А что, типа, за укрытие не простреливается? Ну, так вот, короче, я пробовал запускать этот первый террорист Такедоун. И она у меня лагала почему-то, хотя игра очень старая. Капитан, как слышите? Я у входа в тюрьму, прием. Отлично! Иди вперед! Мы в нескольких минутах от тебя, прием! Есть, сэр. Конец связи. Все. База восстановлена. Новые разведданные. Противник приступил к гашению реактора с целью добычи радиоактивных материалов. Командование предполагает, что эти материалы могут использоваться для дальнейшего создания грязной бомбы. Цель задания – разведать обстановку и расчистить путь для группы.